Сексуальные энциклопедии для детей в возрасте 8-11 лет. Такой товар обнаружили руководители Уральского общественного комитета в одном из книжных магазинов Екатеринбурга. Причем, когда пришли покупать учебники для детей из малообеспеченных семей. Пособие есть по терроризму? Или по подготовке шахидов? Точно нет? А почему пособие по сексуальным действиям в развращенной форме есть? Для малолетних детей. Стыдно, да, немножко? Или совсем, ну, пока вы не чувствуете вот меру ответственности? Ну, чувствуем, почему не чувствуем? Руководство по сексу для детей обнаружили на полках с детской литературой. На страницах откровенно рассказывается о том, что даже взрослому человеку произносить вслух стыдно. Издание иллюстрируется весьма натуралистическими картинками. Как заверили в магазине, у них просто нет времени досконально просматривать всю литературу, поступающую на полки. Теперь более подробно это начнут изучать правоохранительные органы. Представители родительского комитета уже направили обращение в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка Свердловской области с просьбой взять ситуацию на особый контроль.